Друзья, у кого нет валика? Ну, во-первых, спортинвентарь должен иметь дома. Это нормально. То есть, если вы хотите заниматься собой, быть лучше день ото дня, весь возможный спортинвентарь на всякий случай нужно всегда иметь дома. Но у нас вот такой спортинвентарь всегда есть. Сделали шалашик такой. Это будет шалашик, который мы будем постукивать себя. Вот таким вот образом. Можно шалашиком. Почему я стучу по грудине? Это губчатая кость. Губчатые кости, там проходят кроветворение, там работает иммунная система. Вот так вот миленько-миленько губчатую кость нужно простучать. Сильно не надо, просто мы улучшаем кровоток. Улучшаем кровоток. Что еще можно отнести к губчатым костям? Конечно, кости черепа. Аккуратненько, девочки. Помните, я вам говорила, что доказали, что у женщины есть душа. Так вот, и доказали, что еще у женщины есть головной мозг. Раньше думали, что просто черепная коробка для того, чтобы уши не отвалились. То есть там внутри такая вот тесемочка, на которой ушки держатся. А потом выяснилось, что все-таки есть мозг. Аккуратненько, аккуратненько простукиваем, простукиваем. Вот, это улучшает рост волос, это улучшает мозговой кровоток и, конечно, кроветворение. Можно шалашиком, попробуйте. Мне почему-то вот удобнее все-таки открытой ладошкой. Так, еще ребрышки нужно простучать. Молочную железу не стучим, просто ребрышки простучите. Сзади тоже вы можете постучать, но только не почки, только не почки. Можно ли стучать трубчатые кости? Можно, но не так полезно в плане кроветворения, но я очень люблю стучать трубчатые кости. В том числе, если я не могу на что-то спровоцировать себя, я побью себя, побью вот так. И уже у меня лучше настроение. Пользуюсь иногда, не часто, но иногда пользуюсь. Прям побейте себя, я не хочу сильно шумите, потому что люди не виноваты, что у меня такая ситуация. Так, и бедра. Прям бейте, чтобы каждая мышца почувствовала. Давайте. Прям рассердитесь на себя. Ну, здесь не будем стучать. Все, какая разница, как? Мы сегодня накачиваем хорошее настроение. Это у нас сегодня задача. А теперь проверочка по улыбке. А ну-ка, давайте. Показываем верхние зубки и ходим. Ходим. Показываем всем верхние зубки. Я сегодня всем верхние зубы показывала и собрала 15 улыбок в ответ. А вы сколько улыбок в ответ собрали сегодня?